И 6 минут до перерыва. Косила. Мне кажется, сейчас команды позабыли немножко о бросках. Борьбы побольше стало. Иконин. Гол. Комбе. Провалились армейцы. И кто был на льду? Даррен Диц. В первом же матче за ЦСКА мог забивать во втором периоде, но тут заработал минус в графе полезности. В первом же матче за Йокерит Комбе забивает.